наконец-то случился тот самый день, которого мы так долго ждали. И посмотрите, как сегодня нам благоволит погода. Замечательный день, замечательное начинание и замечательный велопробег, который сегодня стартует ровно отсюда. Велопробег «Сердце километры» стартует. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы торжественно отправиться в путь. Второй год. Телеканал «Енисей» совместно с Альянсом «Красноярск без сирот» организует масштабнейший в этом году, нисколько не сомневаюсь и без всяких преувеличений, велопробег «Сердце километры». В рамках этого велопробега воспитанники детских домов края едут по городам нашего региона. Очень масштабное мероприятие. Детям предстоит преодолеть 700 километров, и мы об этом рассказывали на протяжении там последних пар месяцев, да. Но одно дело преодолеть, и другое дело, что это маленькая жизнь, сердце километра, и ребятишек ждет на самом деле масса всего интересного. Конечно, они тренировались, и они уже совсем не дилетанты, да, за велосипедом, но тем не менее нам предстоит крутить педали. Это большой физический труд, не говоря уже о том, что это тяжело, может быть, психологически, да, но мы все преодолеем, потому что наша цель — Красноярье без сирот. Много готовились, катались на великах, в тренажерный зал ходили. Я хочу от путешествия получить радость и удовольствие, покататься хорошо, познакомиться с многими друзьями. Им нравится это общение, им нравится сейчас ездить на велосипедах. Они рады, что им подарили, потому что они приезжали, спрашивали, нам подарили эти велосипеды? Они говорят, да, вам подарили. И они очень были от этого, ну, счастливы. Это уже вот такие вот, уже есть плюсы, уже начинание в этого велопробега. Там, за рекой, везде под горой, дорога на порога, направо будет горе, 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 горе. Здравствуй, моя родина, черная смородина, сосны, елки, да. Приветствовать вас на нашей земле от имени попечителей, опекунов, приемных родителей. Свои дети выросли уже, и внуки есть, силы есть, возможности есть. Хотелось бы кому-нибудь подарить такое семейное счастье. Ребятишки все замечательные. Так, чтобы выбирать, кого-то хочу, кого-то не хочу, да нет, наверное. Если судьбой кто-то предназначен, то это он будет. Приглашаем, заходите к нам в гости. Внимание, встречная машина, продолжаем движение.
встречаем гостей с честью и почетом. Встречаем щедро, от души, с уважением большим, круглым, пышным караваем. Я хотела, чтобы наши дети чаще улыбались. Это самое главное. Будут дети чаще улыбаться, мир наш будет светлей. Поэтому всем я желаю любви, удачи, здоровья и чтобы наши дети никогда не плакали. Это, наверное, глоток другой жизни, мне кажется, вот для тех детей, которые сегодня волею судьбы оказались в детских домах. Наши сердца открыты для встреч, для дружбы, для общения. Велопробег очень замечательный, это как бы, ну, моя мечта попутешествовать по всему, как бы, сначала Красноярскому краю, а потом хочу куда-нибудь, когда подрасту, подальше куда-нибудь, ну, поехать. Красота там городов, езда по городам, там все замечательно, красиво, всякие разные эти экскурсии. Замечательные хлеборобы, врачи, учителя. Еще раз. Раз, два, три. Дети, значит, тем не менее, уже немножко уставшие, но с большими глазами, с открытыми сердцами зашли сейчас в храм, слушали, смотрели, задавали вопросы. И я думаю, что вот этот вот яркий момент в жизни, значит, любого человека, а тем более в детских сердцах, он, значит, найдет свое место. И где-то вот галочкой обязательно зацепится и в душе, и в сердце. И даже если наступит какая-то трудная минута в жизни этого ребенка, этого человечка, он всегда вспомнит о тех добрых вещах, о тех добрых зернах, которые были посеяны в его сердце и душу. Люблю костры собирать, вот собрал. Наш шалаш, похоже, древний, на котором древние люди жили. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тоже понравилось, так все красиво, такое солнце, сегодня теплый день такой был, классный такой вообще. Очень хороший этот велопробег, он дал мне много эмоций, много впечатлений, много знакомств, друзей много получил. Но это одно из самых моих лучших путешествий, я его никогда не забуду, буду хранить сердце.
Увидел много разных рыб. Очень понравилась экскурсия, рассказывали интересно так. Ну, понравилось все. Интересно это с рыбами, там, на рыбалочку с утра. Там. Ну, каждый знает, наверное, про рыбалку. Ну, просто про рыб же тоже надо знать. Это последний день нашего велопробега, и вот мы как бы вчера жгли костер большой. Празднуем день рождения Семена, потом поедем на завтрак, и потом, а после завтрака поедем на велике. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем празднике. Сегодня мы празднуем финал проекта, который проходит уже вот уже второй год, и который активно поддерживает, а самое главное, организовывает телеканал, первый краевой телеканал «Енисей». Называется этот проект «Велопробег сердца километров». И для вручения медалей и памятных подарков мы приглашаем на эту сцену человека, который, как написано, не только морально, но и физически способствовал проведению велопробега «Сердце километры». Мастер спорта по полиатлону, десятикратный обладатель титула «Айронмен». Ну, здесь как в боксе должно быть. Владимир Мусиенко, ваши аплодисменты. Уважаемые участники, я горд тем, что внес свою небольшую лепту в этот социально значимый проект. Хотелось бы, чтобы со спортом и в дальнейшем вы также дружили, и спорт прошел через всю вашу жизнь. И вообще успехов и счастья вам во всех ваших делах и начинаниях. Мы, ребят, награждаем специальными медалями, которые дипломами и, конечно же, подарками от наших партнеров. Ну, мне понравилось, еще бы хотела принять участие, ну, как бы весело, много друзей нашла. Ну, я думаю, долго будем еще общаться. Какие у тебя впечатления остались? Хорошие, доброжелательные. Ну, понравилось, конечно, велопробег. Разбирайте шары! Мы, организаторы, вернулись из этого велопробега абсолютно счастливыми людьми, у которых есть новые друзья. Я знаю точно, что у наших ребят тоже в нашем лице появились новые хорошие друзья. Мы всегда готовы им помочь, подсказать, и думаю, будем дальше общаться. Уже обменялись всеми контактами, в WhatsApp создали свой отдельный чат. Сейчас начнем выкладывать там фотографию. Ну, в общем, эмоций, впечатлений массы, и расставаться не хочется. Дети потрясающие, мы в них влюбились. Раз, два, три! При поддержке компании «Красцветмет».